Вот что вы упустили на прошлой неделе. Сейчас, секундочку, моментик. Сейчас, вот, буквально секундочку, сейчас, секундочку. Это кто? Всем привет! Стрим 19.00, жесткое мясо. Перекрываем фибам въезд в гараж, ржем, обкидываем помидорами и огурцами. Угораем, жачим, много чего интересного смеемся. Ну что, скоро будем обосранных фибов в говне душить. Прикалываться и ржать. Через 40 минут начнется жесткая ёбка слабеньких. Сэр, что это? Дед, я хочу узнать, что это, блядь. Да не знаю. Трэш-толк решил, как по ММА сделать. Так как в итоге где? Ну так трэш-толк делается, чтобы просто вкинуть и все. У нас дружба, запомни. Ты че ебанутый, Тоби? Че? Ты че ебанутый? Ты серьезно думал, что я пойду и буду хуярить фиб? Конечно, ты собирал. Алыми слезами. Блять, слышь, а награждение сегодня это будет? Все их дети будут сиротами. Да не, подожди, Боринг, ты че несешь, нахуй? Кончили, что ли, блять? Это, подожди. Еблан, это, награждение сегодня. Мы ездили, не было губернатора. Да, несколько раз. Ебать, пацаны, вы в кого нахуй выходите, ебать, а? Пусть сейчас СД перегруппать, попробовать кунку попросить и фибов группнуть. Можно, в принципе, выехать и пизды дать. Че ты их дохуя? Стой, 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 поднимай вот этого. Иди сюда. Че такое матня? Приблотнён. А ну я кунке ща напишу, блядь. Где кунка? Там же кунка стал, да? Приблотнённый. Туфельки. Все, давай, пока. Все, давай, пока. Вот я. Мои хорошие. Йоу, вперед! ЕМС! 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 Спасибо, док. Иди заряжайся, писька, блядь. Меня отпиздили тут, по кругу пустили, дура, блядь. Так, все, поехали заряжаться. Мне нужна ППшка и дробаш. Спасибо. И еще последняя просьба, ручки вам можно пожать? Мне для достижения. Конечно. И кину тут твоему, можно там розовым? Да, да. Братан, подбереги ручку, пожми, пожалуйста. Не советую. Где ваш друг нахуй? Пусть сюда идет, блядь! Куда там выходишь, блядь? Пацаны, не по силам я вам покажу. А, ты еще и капаешь? Конечно, вы что, ебанули, что ли? Ну, Султан Билбасов, ты вообще в край. Я вообще охуел, блядь, еще как. Давай я тебе денег дам за то, что... Не хватит у тебя. Поменялось. Хоть бы без дырки надел. Да нет, с дыркой удобнее. Так, что тут у нас? Ой, здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер. Калайсен. Пошел нахуй. Что-то, наверное, он плохое сказал, я так думаю. Что-то негативное, мне кажется. Здорово, мужик. Ебать. А чё ты просто оттулишь? Ха-ха! Слабак ебаный, блять. Куда ты лезешь, блять? А куда ты, сука? Все, ладно, езжайте. Только не нарушайте ДК, ладно, больше. Давай. Все, удачи. Я, спасибо за файт, сказал, контент делаю. Mm-hmm.
Это что за хуйня тут сейчас была, блядь? Да я вообще не понял, блядь. Автобусник, тебя грабить пытались? Автобусник, тебя грабить пытались? Автобусник, ты слышишь меня? Да, грабить его пытались. Бери вот ствол и будут грабить, еблище сноси им. Все, удачи. Пришли, покажи. Сейчас скину. Смотри. Я что, врать что ли буду? Мне Степа, можешь уже прислать, пожалуйста? Увидел? Я же говорю, бред какой-то. Точку. Ну, а лицензия-то где? Так на второй странице, вот. Ой, сейчас я открою, сам уже. Да? Сейчас. Написал точку, если там. Смотри. Карта, так подожди, карта, это не его, походу, не? Нет, его! Ну, стезмит, значит, он. Ты что, дурак, что ли, Стас, совсем? Смотри, пожалуйста, внимательно. Ты мне когда прислал медкарту, там 3 пункта сверху. А когда ты прислал мне лицензию, там 4 пункта сверху. Как военник появился? Скажи мне, дружок. Купил, задонатил, парень. Засекрет, ну хотя бы мотивацию только. Ты можешь просто взять его в машину, засунуть и уехать и отпустить? Ну, можешь так сделать, да. Давай так сделаю. Сади его ко мне. Так, ладно, уважаемый сэр. Куда они уехали? Далеко, Степа. Далеко. Ладно, давай удачи. Мне кафе лучше на сах, типа. Если какие-то траблы происходят, скидывай мне записи, я разберусь. Да, да. Пошел нахуй. Ты че, Степ, ебанулся? Так что пиздец. Такая толпа и ждет, ну и кринги правил некоторых моих. Да это пиздец, блядь, полный какой-то нахуй. С этим бизваром, блядским. Блять, откинь его, а чё за дебил? Не знаю. Поднимай. Блять! Сейчас танцую, подожди. Да, делает, Каренчик, делает. Галер Мишу, блядь. Бля, Карен делает. Это пизда. Вы заметили, гость их залутался и просто съебал. Так сам полезно, лежу, блядь, не пиздец. Послушай меня, вафел ебаный, печень ты ебаная. Я тебе сейчас приду. Послушай, я тебе серьезно говорю. Ты меня везешь сейчас один, ебан дебил, блядь. Я на тебя сейчас залью на форум, башка ты клала, ты улетишь за номер по хит. Ты хочешь такое? Если ты меня сейчас не отпустишь, я на тебя забью, реально. Я на тебя залью. А в чем он не прав? Катик меня... Че такое? Ми Райдер пойдет на 3 срока. А, блядь, кстати, да, мне писали, что Ми Райдер собирается на 3 срока. Это вообще пиздец. Надо ее нахуй от этого отговаривать. Не-н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 е. Я еще хочу ПД, блядь. Попатрулировать. К ней как лидеру ничего не имею претензий, но, блядь, 3 срока, ну куда нахуй? Ну серьезно. Ну, блядь. Это не в игре, чтоб. Да, охуенно! Ща наберу, блядь. Откуда вообще инфа? Слышите про 3 срока? Это точно инфа или это чисто теория догадки? А ну. Так, и получается, как бы, наши требования на этом все. А можно будет это небольшую поправочку внести, это самое, если вы не против? Ну, уточнить, просто не посоветоваться против. С вами. Против. Ну, вы даже не услышали, что я хотел предложить. Ну, вы спросите. Можно туда дописать Мию Райдер в купальнике? Есть такой вариант? Я бы сам был бы не против, но давайте не будем. Так, ладно, по требованиям... Я понимаю, что требования достаточно странные. Это вам стоит решать, спасать эти жизни или нет. Мы не заставляем, да, мы просто ставим перед фактом. Я более чем уверена, что это неправда с вашей стороны. Ой, фу, блядь, ну она даже РП жить не хочет. Ну пиздец.
Вы же шеф департамента, вы же закон, вы же... Не подумайте, что мы вас еще раз, повторю, заставляем. Конечно, мы не пытаемся, мы вас просто склонить хотим к правильному решению сохранить жизни людей. Трех гражданских. Одному мальчику, там я сомневаюсь, что ему 18. А вид вообще молоденький, знаете, был. С него когда мешок сняли, я увидел в глазах этого мальца боль. Мэм, 28 тысяч за 82 доллара. Из требований осталось только ваше согласие. Сделайте разумно. Это, не, это неадекватное требование, причина для пуша. Пуша, людей убьют. Опа, вот и думайте, мужики. Да я тебя ненавижу, Китура! Почему ты меня ненавидишь? Да потому что ты, тварь, бесишь меня уже! Почему я тебя бешу? Третий раз от тебя уже я попадаюсь, да господи! Когда Деку взятку давал, потом когда еще были сыпуши, и не сыпал! Как ты меня бесишь, ну господи, ну Китура! Ебать, пацаны, вы в кого нахуй выходите, ебать, а? Вы в кого выходите, я что-то понять не могу, а? Нихуя, чел, я с дробовика раздал, блядь. Так я чуть в ухо не дал. Я чуть в ухо тебе не дал уже. Вот привод, оформлен. Ну, Султан Билбасов, балбеса, здравствуйте. Да, здрасте. Здравствуйте, вы заместитель шефа? Я. Как вам доставка? Есть претензии какие-то по работе федерации? Все, Саня, Аарон, не посритесь только, пожалуйста. Я не сдал. Я уже посрал. Вопросов нету, так, всё. Так, вопрос. Да признаем. Три штуки на бронежилет. Ого, это на тот самый? Да мне это... По старой привычке? Ты просто это, понял это. Немножко неудобно просто. Ну я понял, понял. Ёб, блядь. Я не нашел эту хуйню, блядь. Сука. Не сильно и хотелось. Отъебись, нет! Да отъебись! Нихуя! Да блядь! Да сука! Он очко почесал и пальцем на меня тычет, блядь. Не было, не, нихуя не было, не было. Mm-mm. Я успел выбежать, не было. А что они делают, я не могу понять. Что вообще сейчас? Да, блядь, я ёбну сейчас, нахуй, дыль, блядь. Так. Давай, выйди, нахуй. Давай. Как директор Федерального бюро, выеби администратора. Ну, конкретно как директор, я думаю, не могу. Выйди, выйди, давай, выйди, выйди, нахуй. Выйди, 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 иди сюда, иди сюда, давай, иди сюда. Иди сюда, блядь, иди сюда. Ну, иди сюда, давай, ну, иди сюда. Ну, зайди вот в эту комнату, не при пацанах не буду. Вести коктейль Молотова, давай. Это что происходит? Не знаю, мы рымом склад дрочим. Можешь нет, своим голосом? Нет, неправда. Ладно. О, ну вот. Ну выйди, выйди. И зачем скрывать это? Выйди, 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 выйди. Нет, чёрт, я, блин.
Да. Думал, так брутальнее звучит. Но если настоящий нормально, то, в принципе, будет так. В самолете и думать о пилоте. Я в заложниках. Я помню, да. Сюда, туда. О, да, ебать. Да. А, посмотрите на мою попочку. Вкусная попочка. Да, да, офицер ЛСПД. А вот эти спики я хотел. Знаете, куда засуну? А, да, нет, ключи, да, блять, а как? О, да, о, да, сюда, туда. И все? Туда. Да. А чё так все мало? Дек, нормально вытащите, чё, какие 61? Так там было всего 300. Пиздец. Ха-ха, вау, вот и хавай. Русовиби, да не надо, как будто. Пиздец, 60 анальгетиков, блядь, заехали, спиздили, охуеть. Да, блядь. Да нет, да нихуя, это нечестно. Я даже войс юзать не могу, блядь. Это пиз... Почти всегда есть лом. Станислав, а у вас лом имеется? Лом есть, лом есть. Нас заперли. А нам похуй, да, мы выберемся. Чё они думают, ебать? Ну ладно. Чё они думают? И вербьют свалку на карте, кстати. Зачем? Ну поищи. Её нет. Как ты, а как жить? Свалка, кормит, помойка. А, так это же Rust Spanx, да. И что это значит? Здесь играют... Киберспортсмены, да-да-да. Я уже встретил тут один долбоёб, короче, по спавну бегает, нахуй, просто с копья всё, что видит, рубит, блядь. Это вот... Вон там, за хатой. Ну, ему больно, блядь. Убил. Йоу. Много? Да, фул. Вот. Чем попросил, блядь? Ресы заберите, некуда девать. Может, мне послышался. Ну, типа, как бы. Все, чел, играл, я зеленками погнали. Да, погнали. Я побольше красных беру сразу. Стас через 10 минут бомжов в городе будет. Он будет бегать и просить храп пошанить. Это гамблинг аддикшн, понимаешь? Пошел нахуй. На один день тебя въебу, дурачка. Петь, есть чем в двери, то даст он идиот. Ну, контроль, готовься. Могу побойти, что я типа шмаляю, что отвлечен. Давай. Да что ты, тихо, по тихо, мне? Тихо, аккуратно, Лен, я не думал попасть. Много снял? Два хп осталось. Да ну не пизди. И, блядь. Да, блядь, Питя, ну это пизда! Че не так? Да что, все так, блядь! Ну, у него имя Замир. Нил Кефри читал это на стриме. Ну охуеть, Петь, я тебе... Да, блядь, почему он отображает теперь здесь, блядь, Петя, ну что за хуйня? Стас, перезайди. Куда нахуй перезайди, это так не работает. Ну давай это из стима удалю.